через середину змейкой. Марш! Занятия физкультурой – это важный элемент развития дошкольников. С недавнего времени уроки стали еще более увлекательными и полезными. В детский сад приобрели несколько комплектов новых тренажеров-балансиров под названием «Сибирские борды». Сибирский борд – это тренажер, придуманный в Новосибирске. Они используются логопедами, нейропсихологами, фитнес-тренерами, так как сибирский борд помогает детям развивать и крупную, и мелкую моторику мышц, развивать координацию движений. Вестибулярный аппарат. Детям очень понравились занятия с необычными досками. Сначала ребята учились ходить по ним, а позже освоили более сложные элементы. Сейчас дошколята придумывают новые упражнения, тем самым развивают свою фантазию и мышление. Сибирский борд здесь самое лучшее, кажется, приспособление для физкультуры. Мне очень это нравится. И вот мне нравится особенно мостик выполнять на сибирском борту, наклоняться туда-сюда, качи всякие разные выполнять. Мне понравилось занятие, потому что там было весело, интересно. У них очень приятно заниматься, не больно, удобно. Мостик мне нравится. Чуть-чуть. И еще ноги поднимать. Тренажер «Сибирский борд» в большей степени направлен на развитие у детей координации движений. Сейчас это один из трендов в технологиях укрепления здоровья дошколят. Задача сохранения и укрепления детей дошкольного возраста – она является актуальной во все времена, учитывая, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени. И поэтому педагоги нашего детского сада всегда находятся в поиске новых форм работы, новых технологий. Сибирские борды – лишь один из видов физической активности, которые используют в детском саду. Кроме этого, педагоги применяют фитбол, гимнастику, звероаэробику, стретчинг, скандинавскую ходьбу. В детский сад приобрели и уже начали активно осваивать тренажеры Бильгоу. Балансировочная доска отлично развивает детей с ограниченными возможностями здоровья. Екатерина Кузьмина, Шамиль Саидов, «Наши города».